Всем привет! Сегодня у нас 19 июля. У меня в саду начинает поспевать такой сорт сливы Ренкот белый. Слива ароматная, сладкая, вкусная. Каждый год с урожаем. Плоды средние, думаю, грамм 40-50 размер. Вяжется, вот, как видно, очень хорошо. Единственное, в этом году начало чуть-чуть подгнивать. У меня вот дерево, вот основное этого сорта. А вот тут щепнута десертная ранняя. И когда десертная ранняя начала поспевать, этот сорт еще был зеленоватый. Его надо было желательно обработать препаратом каким-то от гнили. Или хорусом, или свичем. Но так как десертная ранняя была уже в стадии поспевания, я не обработал, и некоторые плоды начали гнить, то есть начали подгнивать. Вот так вот он вяжется. Сорт очень такой интересный, старый Ренкот белый. Я его прививал, брал, ну, на 100% я не могу быть уверен, что это Ренкот белый, потому что есть Ренкот ранний, есть Ренкот желтый, разные сорта. Мне бы, если бы его проверить с кем-то, то есть у кого растет Ренкот белый, в эти сроки он поспевает, такой вид имеет, такой вес, вот он как висит, такие вот плоды. То есть он уже некоторые плоды не весь, ой, тут не видно, вот сорву, вот видите, гниет, начинает гнить, то есть вот он мягкий, он начинает уже поспевать, то есть некоторые плоды уже поспевают. Начинает гнить, надо обрабатывать. Ну, не каждый год он гниет. То есть вот в этом году что-то он подгнивать начал. Вот видно тоже. Вот плоды начали подгнивать. Не обработал. В том году я обрабатывал, а в этом году не очень. Ну, их немного гнилых. И червячок он есть кое-где. Гнилых немного. Вот он какой красивый. Висит как. Так, сейчас надо его сорвать. Вот мягенький, этот еще не, вот мягенький, вот такие вот плоды. Ренкот зеленый еще есть, но я его брал как Ренкот белый. Может, у кого плодоносит, чтобы посмотреть, сравнить. Так, сейчас обойду еще. Ой. Винограды. Вот он как красиво висит. Вот это уже полностью перезревшие плоды. Вот. Это плод уже переспевший, он вообще мягкий-мягкий. А вот эти плоды сладкие, вот зеленоватые на вид, но они уже поспевшие, не переспевшие. Так, сейчас я... Ну, он, наверное, висит. Ой, где тут еще посмотреть? О, чтобы было видно, как он висит. Вот такой вот сорт. Такой сорт вот тоже гнилое есть, висит. Надо обрывать, чтобы дальше не гнило. Так, сейчас я сорву, сважу. Попробуем на вкус этот сорт. Так, вот я сорвал те плоды, которые уже поспели и переспели. Сейчас посмотрим, какой у него вес. Солнце зашло, темно что-то. Так, ну, такие побольше. Грамма, ну, тоже нормальный вес. В среднем 40-50 обычно. Такая тяжелая, ну, по 60 грамм. Грубо по 60 грамм воды. 57-60. Ну, слива ароматная это. Сладкая, сочная, как переспевшая, как мед. Один сахар в ней. 57. Любит ее тоже червячок, то есть ее надо обрабатывать. Подгнивать может. То есть обрабатывать надо, потому что если без обработок, то... Вот до 70 грамм, вот 70 грамм. Вот такая слива. Так, сейчас разрежем ее. Так, вот я разрезал. У спелых плодов вот такая мякоть идет,
вот такого цвета. Видно, что она сочная. Такая вот как мармеладочка. Видно, что сочная. Но дождь начал капать. Вот какая мякоть у нее. А ну посмотрим по сочности. Ну не течет с нее. Такая как больше как мармелад. Не такая прям сочная. Может, полива мало было. Сладкая, ароматная, шкурка хрустящая. Так, вот косточка получается у нее отделяемая. Полностью она свободная. Слива в меру сочная. Сладкая, ароматная. Сок есть. Плодоносит каждый год. Проблем с ней нету. Опыляется хорошо. Вот вроде как зеленая, а внутри она уже спелая. То есть вот такой сорт. Размер хороший, если нормировать, то я думаю, что будет еще крупнее. Плюс полив, если. Хороший старый сорт. Как бы претензий у меня к нему особых так нету. Ну, единственное, что червячок, я же говорю, повторюсь, и отгнили желательно обработать. А так будут вот висеть такими гронками. Вот такая красота. Такая сливка. Видно, что все они ровненькие. Хорошие. Дождь пошел. Надо. Вот так. Вот такая вот сливочка. На листьях вот что-то. Ну, я листья не выращиваю. То есть ничего страшного. Вот какая-то, видно, болезнь. Или ему уже не хватает какого-то элемента. Ну, а так в целом сорт нормальный. Сорт нормальный. И вкусный, и ароматный. Не мерзнет. Плодоносит хорошо. Сила роста у него сильная. Растет сильно. Косточка отделяется. Вкусные с него компоты на зиму. Очень ароматные джемы. Ну и для еды, для потребления тоже он хороший сорт по вкусу. То есть это из старых сортов рынкводовских. Я же говорю, что брал как рынквод белый. Ну, может быть, это и зеленый рынквод. Может, рынквод ранний. У меня просто не с чем сравнить. 2-3 сорта именно этих, то и вот так, потому что может у кого-то он растет, то отпишитесь, скажите, белый это рынквод или не белый. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.